Быстрее, дружнее и смелее. Ребята из Калининской специальной школы-интерната стали участниками всероссийской спортивной акции. В парке Лакреевский лес они выполняли нормы ГТО и проходили командные испытания. О своих впечатлениях школьники рассказали нашей съемочной группе. Выезд в столицу республики для ребят из Вурнарского района сам по себе праздник, а уж участие во всероссийском проекте – настоящее приключение. Инструкторы поделили школьников на три команды. Каждой нужно было доказать, что она самая сплоченная и ловкая. Выполнить норму ГТО по прыжкам в длину, выйти из нарисованного лабиринта, не провалившись в капкан, ну и пострелять красками из прототипа настоящей винтовки. Об этом мечтает, пожалуй, любой юноша. Молодец! А вот нижний веревочный триал больше понравился девушкам. Организаторы старались подобрать испытания на разные вкусы и увлечения ребят. Мне понравилось очень по канату ходить. Я мечтаю в воздушном гимнастике быть. Я очень люблю стрелять из пистолета. У меня было 5 попыток, я попал 4. Когда я вырасту, я хочу стать солдатом. Всероссийская спортивная акция в Чувашии проходит 4 года. Праздник для ребят организовывает компания «Ростелеком». В проекте уже приняли участие школьники из Чебоксар, Новочебоксарска, поселка Кугеси. Теперь праздник у ребят из Калининской специальной школы-интерната. В интернате они находятся, они как бы вот находятся в одной среде. А вот они сейчас приезжают сюда, в город, да, и они в другую среду попадают и видят вообще, как люди добры к ним. Они участвуют в этих праздниках очень активно. Добавлю, что акция «На старт с Ростелекомом» проходит во всех регионах России. И проигравших здесь не бывает. В Чувашии команда призера отделяла друг от друга всего одно очко. Сегодня дети достойно прошли полосу препятствия, и я желаю им также и в жизни преодолевать все преграды, не обращать никакого внимания на мелкие трудности и радоваться победам. Валентина Алексеева, Мария Николаева, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.